Что такое банк, насколько многовекторно это понятие, какие продукты востребованы в Брестской области? Об этом и не только шел разговор в рамках большого семинара, организованного на базе Национального банка Республики Беларусь по Брестской области. Его участниками стали представители СМИ, а также ведущие специалисты банковской структуры города. И банковская система, и Национального банка, это с первой стороны, это обучение наших граждан финансовой грамотности, хотя, если честно сказать, с момента, когда мы проводили мониторинг, прошло не более 5 лет, конечно, показатели с точки зрения финансовой грамотности в области очень резко изменились. И изменилась она в лучшую сторону. С развитием технологий жители области стали чаще обращаться в банки за получением дополнительных услуг. В свою очередь и банки стали менять подход к работе с клиентами. Чтобы повысить доступность продуктов и улучшить качество обслуживания, многие опции были переведены на электронные платформы. Дополнительным бонусом все чаще становятся горячие линии, с помощью которых клиент может получить дополнительную информацию о своей карте или вкладе по телефону. Все это в итоге делает жизнь людей более комфортной. В последние несколько лет все чаще в адрес сотрудников банка стали поступать вопросы кредитования на строительство и покупку. Покупку жилья. Этой теме в рамках диалога было уделено особое внимание. На жилищное строительство с господдержкой заключено нами в 2018 году 2908 кредитных договоров, в том числе на строительство помещений в многоквартирных жилых домах 1890 и на строительство жилья индивидуального 1018 кредитных договоров. На финансирование направлено 127,6 миллионов рублей. Проведение таких обучающих информативных семинаров стало уже хорошей традицией. Организаторы уверены, она будет иметь продолжение. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малашонок, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.